волгу с пятнистохвостой. Небольшая рыбка, подходящая для небольших аквариумов от 40 литров. Родом из Танганьики. Очень напоминает ракушковых цихлид, хотя официально ими не является. Лампарологусы очень активные рыбы, которые постоянно в движении, постоянно чем-то заняты. В аквариуме желательно иметь грунт из некрупного песка, потому что они его постоянно двигают, перемещают куда-то. Все раковины, которые находятся в аквариуме, были просто положены на поверхность грунта. То, что они оказываются наполовину засыпанными, это заслуги рыбок. Постоянные мелкие стычки вроде этой еще ни разу не привели ни к какому даже малейшему повреждению. Пятнистый лампрологус — чрезвычайно интересная рыба для видового аквариума небольшого размера.